Так, вот тут у нас поле панелей, ну или тут, неважно, есть поле панелей, просто вверху оно у меня больше. И мимо панелей наводишь курсор, нажимаешь правую кнопку. Вот он показывает у меня, они сгруппированы по группам. Вот в панели AutoCAD есть панелька, она называется, например, у меня она называется PSK. Она может называться по-английски UCS, UCS. И вот так она выглядит. Вот. Нажимаешь на планету, и он тебе делает X, Y, так сказать, по-православному.